остаться довольная. Мы дошли до той истории. Пойдем скорее, пойдем скорее. Алиса, она головкой поворачивает? Да, она головкой. А может, такую купим? Нет, я хочу свою. И она ротиком разговаривает, смотри. Машина Барби настоящая. Настоящая машина Барби, да. У нас какая-то поддельная. Алиса, смотри, это скутер Барби. Наверное. Красивый. Вот такую куколку Алиса хочет. Ну, я не знаю, это American Doll или это не American Doll. Ее зовут Our Generation. Может быть, это аналог American Doll. Ты выбрала эту куколку? Ты знаешь, что ее зовут Андрей Н? Нет. Не, Одриен. Андриен. Одриен. Одриен. Я назову ее Алиса. Алиса тоже назовешь? Да. Это лошади, которые продаются у нас в Краснодаре, да? В детском мире. Только они там бойцы. Как? А это же тоже большая лошадь. Она маленькая. То есть эти куклы идут из этой серии, правильно? Да? Но она очень красивая, у нее такие кудри. Прям красотка. А это другая это? Сабина. Это Сабина. Здесь как доктор куколка, как доктор. И вот такая еще есть Дженни. Ну что, берем Одриен? Точно? Да, хочу покрутить ей голову. Голову покрутить? Зачем она хочет ей голову покрутить? Никто не знает. Вот она, Одриен. Блондиночка в блестящих колготках. Алиса, ты обратила внимание, колготки-то как у тебя, блестящие. У тебя ведь тоже будем такие вместе есть. Ходить. Будете вместе ходить. И у нее, кстати, еще идет набор одежды в подарок. Да, у нее в комплекте идет набор одежды. Здесь какие-то колготки. Кружечки, сумка. Колготки. Носки, ботинки. Ну, классная. Она очень красивая и на тебя, кстати, похожа. Шар. Шар даже есть. Ну, полный комплект, ну классная. Ну берем все, да? А можно я в следующий раз куплю весь наборчик всех? Ребята, это куплю. Много даже мальчик есть. Как мальчик? Где? Мальчик я видела. Алиса, Baby Life. Ты еще Baby Life хотела, помнишь? Ну, это потом. Baby Life с мороженкой. Ну а потом? Потом точно? Не будешь жалеть, что не купила съели? Сейчас? Съели? Съели? И целая. Целая. Целая мороженка. Классная Baby Life. В общем, я предлагаю Алисе взять то, что у нас не продается. Но Алиса непреклонно хочет именно эту куклу. Хотя тут так много куколок, я сейчас вам покажу. Посмотрите, какая девочка. Вот девочка какая красивая с птенчиком. А здесь братик и сестренка. Ну, это совсем маленькие пупсики. Это какая-то новинка. Это тоже от этой. Это сестренка Барби с плавающей собачкой. Это тоже от этой фильмы. Dolphin Magic. О, Алиса, смотри, какая машинка. А в ней едут какие-то супергерои классные, да? Крутые. Слушай, она не открывается? Нет. Не открывается. Это нам-намсики, да? Правильно я называю? А, цум-цумчики, нам-намсики. Ребят, только у Рина есть Скай, это руки. Да. Алиса, а ты не хочешь такую Барби 2017? А хотя нет, 2017 год уже прошел, да, Алиса? Она уже не актуальная. Да, уже нужно искать Барби 2018. Алиса, обрати внимание, кукла как у тебя, но она здесь стоит. А у нас-то она сидела же, да, на попочке сидела в упаковке, помнишь? Странно, а почему здесь они так продаются? Да, смотри, фея какая. Вау! Смотри, купальник! Класс! Мам, полностью это рисовала. Да. По себе, тут кухня. Чего тут только нет, да? Алиса, это старинная Барби. Раньше такие Барби были. Смотри, какие у нее длинные волосы. Супер хейр. Не хочешь такой супер-супер хейр? Они у нее прям вот длинные. Нет, супер хейр не хочу. Не хочешь? Нет. Малыш, да? Малышка. Маленькая подвигай, малышка. Двигай. Новая прикольная игра с аппаратиком, который стреляет и на голову одеваются сеточки. Нужно ловить. Да. Папа, сыграем? Давай. Что случилось? Что случилось? Алиса, они микроскопические, это маленькие. Я просто показала. Ну ладно. Показала. Если бы были большие, я бы тебе купила. Но даже здесь, в Дубае, это проблема. Большие шарики, лол.
Куда це тричка купиться? Це динозавр. Все-таки там риба эта, летающая. Точно, это летающая рыба. Немо. Это рыбка Немо летающая. Клоун. Клоун, рыба-клоун. Ребят, снежки не настоящие. Да, здесь нет снега, и, видимо, вот так они компенсируют этот момент, да, Алиса? Да. Снега нет, покупают снежки и играют вот такими мягкими снежками. А нам-то зачем? Алиса, а ты видела вот такие штуки? Как ты думаешь, что это такое? Это супер слайми, золотой слайми. Возьмем один? А ну-ка. Слизь, золотая слизь. Есть еще радужная. Мама, смотри. Смотри. Россия-то есть? Вау. Только такое ты еще не покупала. На один раз, да? Нет. Алиса, смотри, радужная слизь. Это стенд с различной слизью. Тут можно купить всякую разную. Ой, ну это хоррор, это что-то страшное. Нет, хоррор я тебе покупать мама, не буду. Мама, смотри, там паучки. Там пауки, всякие мухи. Да? Да. Нет, только не хоррор. Нельзя страшное снимать. Смотрите, какая слизь. И у них всех мордочки разные. Ой, вот это вообще смешно. Это на призрака похоже. А это какой-то супер крутой набор со слизью. В общем, здесь упаковочка, в которой слизь, сверху одета крышка, муха. Ну, какая-то прикольная штука, плюс еще есть внутри шприц. Мне кажется, любому мальчишке такая бы понравилась игрушка. А Алиса как-то даже не посмотрела, да, Лисюнь? Покажи. Ну вот, смотри, супер набор страшной слизи. А все-таки? Ой, это еще страшнее. Фу. Ну, это вообще Бэкмен. Тут-то разные они. Вот такой есть, такой есть, такой каких есть. Каких только их не бывает ужастиков. Все-таки это вообще страшно. Мне, кстати, сегодня одна девочка написала в Инстаграме, снимите ужастик. Но мне пришлось ей ответить, что сейчас ужастики не снимаются, и поэтому извини, девочка, да, Алиса? Я не могу снять ужастик. Сестренка Бэби Бон. Там еще маленький Бэби Бон. Маленький Бэби Бончик. Это может быть сестра, да. Потом а ты видела, что для Аннабеллик уже вон такие игрушки появились? Мягонькие. А ты видела Бэби Бон? Соска. Нажимаем. Ну-ка нажми. Как будто сосет и как будто причмокивает. Вау! Здорово, да? Я а таких у нас еще не видела. Это большая Аннабелька, да? Нет, это большая Бэби Бон куколка. Мягонькая. Ма, смотри, новые купальники. Ух ты, ребят, посмотрите, здесь продаются купальники для Бэби Бон. Ребята, вы видели новые наборы для Бэби Бон с туфлями на каблучках? Вау, какая-то прикольная мороженка, которую нажимаем, и она крутится. Но это леденец, скорее всего, да? Алиса, забирай свой сюрпризик новогодний. Ну что, тяжелая? Давай, тащи. А, все, папа. Папа, помогай. Ребята, это Барби. Новинка. Барби-машинка новая, фиолетовая. Ну, на камеру она синяя почему-то, но она фиолетовая. Классная. Слушай, она какая-то, наверное, разбирающаяся, да, как у нас с тобой фургон? Это ты. Нет, она не разбирающаяся. В общем, просто комфортабельная, вместительная это машинка джип. Для Барби. Да, джип. Джип. Песик. Люси. Люся. Люси. Люси. Подай лапу. А она что, лапу подает? Да. Да ну. Люси. Дай лапу. Она и песни поет.